Всем привет, друзья мои! С вами Алмазный Клевер. Клевер, здоровайся! Всем привет! Я пошел. Куда ты пошел? Ой. Ну и, в общем-то, сегодня мы будем будем играть в Тров снова. О, Данила. Какая Он снова дает мне какой-то подарочек. Он, в общем, надавал много подарочков. Такой Ах, вот, как вот эта статуя там. Потом он мне подарил вот такой вот портальчик. А это что он такое? Такой у меня только дома стоит, а теперь и в клубе есть. Потом вот таких вот три столика подарил. Пять. Очень много ресурсов, это глаз что? Очень много Надо подарил валить. Там. А, в общем, валить. Хороший чувак, молодец, Данила. Так, сейчас я где-нибудь поставлю вот эти прыгалки. Я даже не знаю, где их поставить. О. Кстати, вот это вот, где мы сейчас находимся, знаешь, ты Клеер? А мы сейчас находимся с Клеером в нашем клубе, который я создал. Архитектором полностью я был. Фу. И не надо, Клеер, прикидываться, что ты здесь что-то делал. Не надо. Я мимо проходил. Вообще. Вот, мимо проходить. Чё воняет? А там какашка текет какая-то. Нет, это не какашка текет, это шоколадный фонтан. Фу, а чё воняет-то? Он очень долго, вернее, ну, по крайней мере, для меня трудно крафтиться этот шоколадный фонтан. Ой, да у меня 4 таких. Ага, у тебя ни одного нет, у тебя вообще ресов практически нет. Эй, чувак, иди отсюда. Не трожь чувака, он нам помогает. Ой, кстати, я Клеера офицером сделал, не знаю зачем. Как я прыгнул? Этот чувак у нас архитектор. Вот. Это так. Ну вот этот чувак, я ему дал должность архитектора. О! О! Это... О! Я прыгалки поставил! Ух ты! Ух ты! А я думаю, что такое прыгнуло? Вот тут, блин. Крутяк. А что там близко-то? Нормально, чё. А что тебе не нравится? Чувак не нравится. Он нормальный чувак. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Ты что делаешь? Не прыгай на нем. О, телепорт. Вообще уже что ли? Это плазма. Не телепортируйте это в хаб, это в хаб. Не. Куда? Ну вот этот фонтан, он мне прям так хорошо нравится, так как. А знаете, стремота какая? Знаете, откуда течет шоколад? Ой, в говне, мама, выпусти меня. А я в шоколаде купаюсь. Как выйти-то? Кому говно, а кому шоколад и ванны нынче очень дорогие, так что, Клеер, купайся. Блин, а шоколад течет из вот такой вот фигни, из вот такой вот башки. Она для меня трудно крафтится. Я ее, в общем, упаковал в золото, чтобы ничего не было видно. В общем-то, красоту здесь навел. Так, в общем, знаешь, что надо было сделать-то? Че? Вон там он сверху. Не такую пирамидку, а в виде жопы. И знаешь, классно было бы. Клеер, блин, види какой Давай жопы. Сделаем. Чего? А? Как не будто надо дрищит. Никаких пирамидок в виде жопы. Как будто кто-то дрищит. Ну ты чё, совсем уже что ли? А ты вот здесь нормально выражайся, как будто кто-то дрищит, блин. Совсем уже что ли, ку-ку. А оттуда водичка текет. Можно сделать. У меня здесь фонтан. А эта водичка какая? Это обычная вода. Точно? Да. Только не говори, что можно сделать вверху пирамидку в виде писюна. Я уже знаю, о чем ты думаешь. Круто. Нифига крутого нету. Вот. Чувак, иди. Что-то. Чё ломаешь? Не ломай блоки, дурак. Как? Я стреляю. Ты можешь стрельбой ломать блоки, если ты не знаешь. Правда, что ли? Да. Круто. Зачем я тебе это сказал? А вообще... О, монетка. О, какая монетка? А вот цветочек стреляешь, и монетка. А, я знаю, такие цветочки. Да, они некоторые такие бывают. Это что? И вообще, он меня привел. Сейчас я вам покажу. Букву М английскую нажимаем. И все. И островок. И все. Извини меня, Клеер, не наглей. Где весь мир? Только... О, светлячок. Клевер. Светлячок, подожди. А! Блин, какой, блин, светлячок, а? Вот летает.
Смотри, сколько много. Ничего, я знаю, что они там летают. Извини меня, у нас только я сегодня открыл клуб. Так что знаешь, это уже, я так думаю, неплохо. Так что помолчи. Сегодня? Да, я только сегодня открыл клуб и в одну каску, можно сказать, все это отстроил. И дерево. Дерево здесь и было. А это что такое за хрень? А ты нажал на сердечко Е буковку? Нет. Нажимай. Нет. Не, а у тебя же это мастеранг маленький, ты же у нас играть не умеешь. Я, в отличие от некоторых, не заяц. Ага, а кто из нас тут заяц еще посмотреть, а? Че бы сделать-то? О, а можно о! Домик в дереве? Статую я... чувак поставил, еще одну, молодец. Не надо дупло здесь вырывать. Дерево... А нет, в принципе, дерево подходит, но никак не вырыть здесь дупло. А где еще статуя? Какая статуя? А где вторая это? Статуя у нас находится на вершине нашего... Ты куда ее снес? Кого? В статую. Оп. Ты че, а, скотина? О, она. Ты че статую с блоком забрал, а? Я ничего не забирал. Так? Ты чё, блин, блок со статуей вот забрал? Давай его исключим. Он наоборот мне это подарил. Ты чё забрал, клевер? Где? Нету. Здесь стоял. Свали отсюда. Отошёл. Вот, молодец. Отойди. Здесь стояла статуя. Куда ты её засунул? Я не брал. Где статуя? А вдруг мы потом... ролики посмотрим и увидим, что это он спер. Прикинь. Каким образом он бы это спер? Как? Если он мне это подарил. А мы здесь приветствовались около этой статуи. А потом передумал. Кстати, у меня же два радиантовых сундука. А, я блоки взорвал. Не стреляй. Я восстанавливаю. О, давай его столкнем в яму. Да ты чё, дурак? Ты чё до него докопался? Он нормальный чувак, он нам помогает. А у него какая-то рожа стрёмная. Дай я посмотрю. Чувак, стой. Он с повязкой на глазу еще. Он на Фокси похож. И чё, а ты чё против Фокси что-то имеешь? Он сломал кубик, видел? Видел? Открыл сундук. Открыл сундук. 100 по 100 радиантовых шардиков нам выпало, здорово. Че он бегает здесь? Пускай бегает. О, у меня киска. А у меня пес пират. Я тебя догоню на своем псе. О, ты че гавкаешь? Ну ты кот, я пес. У меня не кот. Ты сказал, у тебя котяра. И че, правда что? Ну, это как бы не котяра. Ну, не знаю, не знаю. Где статуя? У себя спрашиваю. Во, давай я буду здесь. Оба, на. Она следы оставляет, прикинь. Кто? Киска. А ты что, не знал? Нет. Ой, чучмек. О, дерево. Оба. А можно я дом поставлю здесь? Нет. А чё? Нельзя, ты чё? Смотри, следы. Тык-тык-тык-тык. Ой. Какие следы? Где следы? А, от котяры, молодец. А-а-а. Так, что у нас тут? Я, короче, не какой теряй меня. Я здесь сейчас быстренько пару данжиков зафармлю. Мне здесь просто нужно 500 монеток получать, я еще не получал. Я пошел в самое первое измерение, не так, как в прошлом выпуске. Я пошел в Uber 1, чтобы выполнить это задание. Из-за этого так долго получилось. Я сейчас просто быстренько, хотя, наверное, быстренько не получится. Потому что надо чем больше, тем лучше гасить боссов. Поэтому я правильно делал, что ходил в Uber 1. А ну, в общем-то, не знаю, короче. Я здесь. Такой остров маленький, а ты как спрятался? Так я не спрятался, я вообще ушел с острова. Так, гасим это... А ты меня кинул-то опять? О, надо же! А прибавляется-то помногу за такие маленькие данжики в Uber 1. Сейчас я ему... Я теперь всегда здесь фармить буду. Так, следующий пошел.
Так, побежали. Побежали. А далеко? Ты куда за мной побежал? Не надо за мной бегать. Так, ты нам куда без меня-то? Данила все помогает, помогает там для садоводства штучки ставит. Чего? Разные там для пополнения фласок. А ты где? А я убежал от тебя. Что ты тут? Я тебя бросил! Неправильные пчелы! Мама! Они стреляют! Никогда... Кстати, а ты их можешь с двух-трех выстрелов, в принципе. А, нет, ты уже у нас слабый, ты же играть не умеешь. Мама, ты я буду попал! Мама! Мама! Чучмек! Мама, тут большая пчела! Мама, живая, живая! Ой, еще прибавились! Здорово! Клевер, клевер! Че такое не зачупает? Я вот таких вот чуваков в убери первом с одного удара лука своего гашу. Потому я что тоже. У меня мега шадоу лук второго уровня. Правда, это не совсем мега. А у меня спасибо, что подсказали, что только со шмоток это максимальные уровни прокачки можно накладывать эффект. Я, между прочим, сундук сейчас взломал. И чё? Молодец, правильно сделал. Тут вещи были. Неправильные пчелы дают неправильный мёд. Чего? Неправильно, пчела! Чё? Сышь? Это ты сышь! Таких легких пчелок и так долго гасишь. Мне стоит один раз пчелку в эту выстрелить в злобную, и все, и она уже улетела давным-давно надолго. А ты где? А я бегаю. Мне здесь чуть-чуть, мне парочку данжей осталось. В убери первом они очень легко фармятся, так как я валю в боссов здесь. С одного-двух ударов. Раз, два, три. Все, с трех выстрелов задолбил. Опыта, правда, очень мало дается, но ничего. Так, дальше побежали. Нам не трудно. Денежки нужны нам. На наш новый класс, так сказать. Поставили свою хату. Я пчел мочу. О, да ты лошары. Сделай. Ты даже не ходишь, потому что ты не знаешь, что это такое. Чё такое? Ты просто вообще, ты даже малейший не разбираешься в игре. Да ты ни в каких играх не разбираешься. Вот. Я в какую игру не зайду, я практически буквально минут 15 я сразу осваиваю. Вот, видишь? Я телепорт нашел. А ты не умеешь, даже вообще не умеешь. Я здесь был. В этой игре ты только не умеешь играть. Ну я умею. Я не научил, как стрелять, чё, куда тут складывать. Стрелять и так... всё, тупо. Ты даже не умеешь лут складывать по сундукам, убирать его, рассортировывать. Настолько ты не умеешь играть. А это элементарное, что должен знать каждый игрок. А зачем лук расформировать? О, ёлки-палки, ты чучмек. А чё они не ломаются? Прыгалки. Потому что это данжевые прыгалки, данжевые блоки вообще никакие не ломаются, клевер. А я хотел взять себе. Ну извини меня, если бы они ломались, у нас бы была уже куча огнеметов, огненных шариков в пускалах и а куча вот всяких шипов. Я нашел дельфина, он изо рта воду пускает. Его можно забрать? О, нет. А чё? Потому что, во, все, получила я свои монетки. А, зашибись. Телефон! Вонючий, хорошо, вон. Так, во. Сколько у нас там денежек? Во, 6325. То есть еще парочку, троечку. О, у нас уже будет добрый эфир, ура! Я так жду этот класс. А я куда-то пошел. А ты говоришь, я не умею. Понял, а? Ты только я туда телетонов мочу, только отстреливай. Понял? Ну какой... Ну конечно, в первом-то убери. Нет. В первом нет. Убери, я с одной стрелы и гашу. Чё такое убер? Вернее, не в убере, а в первом портале. Убер это уже там красные, нетрудные для тебя. Ты в них еще даже ходить не можешь. Так что убер это не для тебя. Прикинь, золотишко. Мне, короче, Данила пишет. Алмазный, ты меня научил кое-чему в первом выпуске. Это помнишь, когда я на своего питомца сел? Когда в дракона превратился. Спрашиваю, чему он превращается в дракона и садится на панду. Кто? Ну, Данила.
Вообще прикольно. Это так смешно со стороны смотрится. Короче, я поехал. Стоп, я слышу, что ты где-то стреляешь рядом. Прям рядом ты где-то стреляешь. А я уже уничтожил весь замок, все. Мне домой надо. Домой. А что вообще здесь надо делать? Просто зарабатывать новые ресурсы, что улучшать оружие, ходить в более сложные порталы, снова зарабатывать ресурсы, снова улучшать оружие. А как стали... ресурсы зарабатывать? Ловить. Вернее, не ловить, а добывать. А где их взять? Ну, как бы, искать... Это ресурсы? Нет. А бревно? Знаешь что, Клевер? А телепортируйся к нам в клуб. А сейчас? А быстрее. Я бревно нашел. А пофиг на бревно, давай. И костерок. Так. Клуб. Пе. А чё? Ну ты чё, блин? Клуб-то? Ты давай сюда к нам в хаб телепортируйся. Хавать? В хаб. Чё такое хаб? Ну не в хаб, к нам в портал. Ну могу путаться, чё? Давай быстро телепортируйся к нам в клуб. Зачем? Портал и хаб, всё, блин, пособирал. Из-за тебя путаешь меня здесь. Смуту наводишь. Всё, молодец. А заканчивать мы будем на шоколадном фонтане. Нет, только не это. Там говно. Это не говно, Клевер. Это какушка мамонта. Какашка мамонта? Нет, это какушка вот этого вот рыцаря. Ну вот. Ну что ж, ребята, в этом выпуске мы показали вам наш недавно созданный с Клевером клуб, в котором я его сделал офицером за просто так, только за то, что он Клевер. Вот. Пошёл вон отсюда. Не гони Данилу, он хорош. Я думал, птичка. Я думал, на показ. Потом показали мы, в общем, опять повторюсь, наш клуб вам. Там я чуть-чуть зафармил данжики, выполнил ежедневное задание. Клеер там что-то побегал, дурью помаялся. А на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Клеер, вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами Алмазный Клеер, до новых встреч на каналах. Клеер, скажи пока, не стреляй в Данилу. Всем пока. Все, пока.